Всем доброго времени суток. Френды, пост писать времени уже нет. Вопрос, в общем-то, важный. Спрашивают, за кого голосовать, кто самый достойный. Считаю, что вопрос, в принципе, поставлен неверно. Не может быть одного достойного, если мы строим демократию. Одного достойного быть не может. Вопрос не в том, за какую партию конкретному гражданину голосовать. Если мы говорим о перспективах, на мой взгляд, нужно говорить о той конфигурации политических сил, которая должна быть в Верховной Раде, для того, чтобы мы не были разочарованы. На мой взгляд, конфигурация должна быть следующей. Должен однозначно присутствовать Должна присутствовать политическая сила Яценюка, как одного из не самых вредных премьеров за всю историю Украины. Однозначно должен присутствовать блок Порошенко, потому что президенту без своего представительства, в общем-то, сложно будет что-то делать. Для того, чтобы эти две силы не сговорились, однозначно должен быть представительство Тимошенко, которая не даст заскучать ни одним, ни другим. Ну, для того, чтобы все эти трое не баловались, я думаю, в общем-то, правый сектор – это те ребята, которые не дадут заскучать вообще никому. Вот. То есть при такой конфигурации, при прохождении этих четырех политических сил, мы, в общем-то, можем ожидать работоспособный и действенный парламент. С нашей точки зрения, с точки зрения граждан. А как этого добиться? На мой взгляд, нужно поступить следующим образом. То есть усредненная семья, 4 человека, муж, жена, там, мама, папа, да? Бабушка, дедушка. Бабушки, дедушки, объясняем очень просто и популярно, что бабушки там говорим, что надо голосовать за президента, это власть. Вот. Дедушки объясняем, что за Яценюка. Потому что вроде как тоже власть. Старшее поколение любит голосовать за власть, то есть за стабильность. Вот пусть и голосуют. Себе оставляем Тимошенко и правый сектор. Вот при таком раскладе мы действительно можем получить что-то работоспособное. И тогда я думаю, что у нас есть, в общем-то, у всех перспективы. Ну, в общем, это мой взгляд, мое мнение. Что смог, то сделал для того, чтобы жить нам стало не намного хуже, чем сейчас. Ну, на этом все. Всем пока.